Груви. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня тот самый день, когда Life is Strange 2 подойдет к своему плавному завершению. Пятый эпизод наконец-таки вышел, он вышел пару дней назад, я не мог его записать раньше, потому что болел. Я до сих пор на самом деле немного не отошел, но чуть-чуть получше себя чувствую и нашел таки в себе силы записать этот эпизод. И я предвкушаю, я прям вообще не знаю, я места себе не нахожу, мне интересно, чем эта история закончится, сегодня мы с вами это посмотрим. Я не уверен, что мы пройдем за одно видео весь эпизод, скорее всего, я разобью на два видоса, показываю четыре, зачем-то два видоса, и думаю, что они выйдут в один день, утром и вечером, чтобы вот вы в этот день сразу вместе со мной полностью прошли Life is Strange, увидели, чем эта история закончится. Для меня это особая история. В принципе, Life is Strange, сама серия, первая часть, Before the Storm, и вот это все имеет особое место в моем сердце, потому что все мы были с вами подростками, здесь очень прикольная история преподносится, и интересная вот эта маленькая изюминка в виде суперспособности добавлена в это все. И при всем при этом мы эксплорим в этой игре нечто человеческое, несмотря даже на суперспособности. Это очень круто для меня, когда через что-то суперсверхфантастическое показываются обычные человеческие судьбы и обычные истории из жизни каждого людей, которым мы можем соотнести себя с этими историями все. И тем более здесь история о двух братьях, что для меня особенно близко, так как у меня есть брат и есть различные истории, взаимоотношения с ним на протяжении всей моей жизни, и это все очень цепляет меня и находит отклик в моей душе. В общем, с вами мы продолжаем играть в эту игру. Давайте смотреть давным-давно в диком-диком краю. Два братца-волка жили в лесном логове вместе с папой. Они жили мирно и счастливо, пока охотники не отняли у них папу. Братья-волки путешествовали много дней и ночей, и впервые в жизни им приходилось все делать самим. Тогда-то старший брат узнал, что младший вовсе не обычный волк, а суперволк. Они решили пойти на юг, в далекий край, где жили их прародители. Но дорога была долгой и опасной. По пути братья-волки завели новых друзей и узнали много нового о мире. Но опасность шла за ними по пятам. Трагедия разлучила братьев. Старший брат получил ранение. Охотники наконец поймали его и посадили в клетку. Через некоторое время он сбежал и отправился на поиски младшего брата. Это был крутейший эпизод, четвертый. Вскоре он узнал, что младший волк вступил в секту койотов и не хотел уходить оттуда. Тут внезапно появилась их давно пропавшая мама. Она сказала, что пришла им на помощь. Они умоляли предводительницу койотов отпустить маленького волчонка. Но напрасно, ведь ему там поклонялись. Тогда они оглушили ее и сбежали. Воссоединившись, братья-волки отправились в пустыню вслед за своей блудной матерью в ее логово. Вот тут и начинается пятый эпизод. В этом эпизоде мы с вами пересечем границу Америки и Мексики. Решение игрока влияет на сюжет. Жизнь страшная. Странная штука. Два. Ваши поступки приводят. Блин, им надо сделать серию Life is Scary. Серию хоррор истории. Было бы очень круто. Именно потому, как они преподносят сюжет, у них хорошо получится. В отличие от Man of Medan. Просто кошмар был какой-то, если честно. Я здесь могу сказать об этом спокойно. Итак, Аризона. Я, естественно, не буду читать субтитры, вы сейчас сами читайте через 7 дней после событий в Haven Point. Боже мой, вот эти места. Вы знали, ребят, на что давить. Я обожаю такую пустыню. Я обожаю эти красные горы. Это просто, не знаю, одно из самых красивых, что есть на Земле, на мой взгляд.
И я сразу представляю, как дорожный бегун пробегает по дорогам, и койот за ним. И койот пытается ему ловушки всякие установить, и все время сам же на них напарывается. И все, кто моего возраста, знают, что это за мультик такой. Прекрасный мульт. Мне очень нравится, что здесь нету такого, что старший брат там завистью какой-то страдает к младшему, что вот у него суперспособность, а у меня ее нет. Wake up, Sean. Dude, come on. What? What time is it? Get up. It's so beautiful. Check it out. Это же Гранд Каньон, правильно я понимаю? А как они там оказались? А, ну я понимаю, да, они не прям вдоль побережья шли, они чуть-чуть отходили от него. Сейчас они в Аризоне. So? Yeah, okay. Я до сих пор не увидел Гранд Каньон. Два раза был в Америке, не увидел, представляете? Wow. That's amazing. I know. Is your eye okay? Его нету, yeah. Дэниел. It just itches. Его ведь нету? I promise. Yeah. Okay. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Посмотрите, как они оба повзрослели. У них прям вроде бы как модельки не изменились особо, но там добавились повязка на глаз, еще что-то, но вроде как-то у них взгляд изменился, да? И даже манера говорить немного изменилась. Повзрослели наши волчата. So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes, I feel like she's around, coming after me. It's scary. Ей самой страшно. Ей повезло. Наверное, ей самой страшно, не знаю. Dude, I bet she's having nightmares about you. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Да никогда она не пойдет за ним, все. Creeps me out. Однако, мне кажется, и это событие, которое произошло, в итоге каким-то образом повлияет и на ее восприятие мира. Может быть, она что-то поймет, может быть, это будет для нее уроком. Я думаю, вот они сейчас здесь находятся, они не сгорят на солнце, будет стрёмно. Так, мы вместе. У нее больше нет власти. Мы вместе, чувак. Помни об этом. We're far away from her, okay? We're together again. Safe. Hope so. Sean, are we criminals now? Формально. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Тут нету варианта типа того, но понимаешь, это формально, да, но вот на самом деле нет, и тра-ля-ля-ля-ля. Ну, типа того. Sort of. We did a lot of illegal shit. Это да. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Inanna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Это мы вместе расскажем.
Oh. Yeah. I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh, yeah. Okay. Я понял. Thanks to their mama wolf, the wolf brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair, deep in the Red Desert. The wolf brothers rested for a while, but at some point, they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land, but between them and their destination, lied. A mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are, but it's my story too, right? Да, наверное. Мне кажется, я понял, что, скорее всего, вот эта история, которая нам вначале рассказывается, это как рекэп предыдущих эпизодов. Но в то же время, мне кажется, это будет в конце история, которая пишет, возможно, в своем комиксе, либо еще в какой-то иллюстрации, каких-то иллюстрациях Шон. Возможно. Yeah, that's true. Okay, then. So what happens next? They arrive in Mexico. But the country is rampaged by goblins. Together, the wolves and the unicorn manage to slay them and become heroes. The police forgives them, and all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah. Sounds pretty good, Inano. Let's pack this shit up and head back to town. Gotta clean up our stuff before we leave. Окей, давайте. Что это у нас такое? Книга про созвездие? Every star looked the same until we used Karen's old guidebook. I swear Dad had that same book in the garage. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe it reminded him of Mom too much. Oh. Yeah, right. Я вот немного не знаю, как работает. Как это работает. Ну, получается, его даже не... Кто его похоронил? Просто власти? Просто куда-то положили его тело? Как это работает? Просто я не знаю. Если некому... нет родственников больше. Хорошо, этот, не знаю, фонарик сложи. Или что можно сложить ему? Содовую? Не, давай фонарик положи. We better get out of here before that heat comes. Pretty useless with the crazy moonlight we had. But it scares вот, the coyotes так, away. Да, я забыл. Activate flashlight. On the way. О, а Дэниел может взять и... переправить Let's нас через стену, которая границу охраняет. А потом сам встать на такой большой камень, Stop. Плоский, и поднять Can't камень, и сам на нем стоять. Так. No shit. Now cut it out. Jeez. Как, знаете, в этих роликах по Half-Life 2, когда эти спидранеры прыгают на предмете. Что еще можно взять? Что еще можно взять? Вот не забудь, да сюда вы. Yo, Captain Can, can you take these away? Sure. And no funny business. Of course not. Perfect formation. Давайте укладывать вещи. I hope we can go watch the stars again. Я буду периодически посасывать кофе. Amen. This place is cool. I could just move here. Рисовать, детка, конечно же. I'm glad we're sleeping in our bed tonight. Ooh, sketching time. Good idea. I'm glad you can still draw after. А, ой-ой-ой, как-то очень сенса большая. Me too, Daniel. But if I can see it in my mind, I can still sketch anything. Almost. Oh, that's so cool.
Это всего лишь набросок, что ты... Не надо. Потом будешь хвалить, когда я по-настоящему нарисую что-нибудь крутое, когда закончу этот рисунок. Так. Вот это уже что-то. Hey, я тоже захочу рисовать. Like, клёвый? Крутой? В чем разница? Давайте, не знаю, клёвый. Ну, а давайте вот это сначала нарисуем. Не понимаю, как мы там Дэниел сейчас будем рисовать. А, все, вижу. This power is so cool. I love tie-dyeing stuff now. О, прикольный рисунок. Ta-da. Finished. Let me check it out. Oh, man. I do look like a mighty superhero. That's so cool. Ну чё, получается всё? Уложить? Well, let's hit the trail, cowboy. Как они собираются перебраться через этот каньон? И вообще нужно ли им? Почему, мам? Ой. What are you doing? Не делай так. What the fuck, dude? Don't do that. What's wrong? Stop messing with it, man. Yeah, you're right. Sorry, little guy. Don't get eaten by eagles. Do eagles eat scorpions? No idea. Cool. Let's go. Не, правильно, не надо животных обижать. Почему мама нас не довезла до границы? Швырнула бы нас где-нибудь прямо рядом. Не писай, пока они падают. Мы видели Млечный Путь. Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Yeah, that's true. And Mars. That was so cool. Arthur and Stanley let us use the telescope. Yeah. These guys are real cool. Hey, see this? Looks like the ones you did back in that cabin. When you got sick. Oh, totally. Wait, does that mean other people were here? Of course. Maybe someone from away did it. Oh, I bet it was Joanne. Think Joanne will let me help her with her sculpture when we get back? Hell yeah. You're like the magic assistant. It's nice to be able to use my power up here. Not hide it. Так, смотрите, еще что-то у нас травка. Amazing that anything can grow out here. Does it ever rain in the desert? Well... Бывает, бывает, я видел. Good question. Да я видел прям, я был под дождем. Where were we? Yeah. Karen was right. They're all cool with it. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? Она пока не смирилась. Она стесняется. Ей наплевать. No idea. No, я хотел... Не знаю, ладно. Not really. Ну, неважно. Ничего страшного. It must be weird for her. I hear you. Ой, помочь. Прости. You know, I could have done it by myself, right? Hey, мы могли пойти дальше? Let me be the cool help. Ты чё? Look! Что? Oh, man! I just saw a cool baby lizard. Yeah. And you scared it. Ой, я не видел. I know. Hey, you know who I'd see having a trailer out here? Who? Brody. He'd love it. Like, he could have his own radio station and everything. Yeah, definitely. Опа, смотрите, камешки, которые Дэниел может сейчас откинуть. Super psychic boy. So, maybe he can help us get out of here? I'll try.
Step back. Be super careful. Прикиньте, они кого-нибудь прибьют сейчас там внизу. I hope it's okay. Дэниел, ты убийца. Nice, man. Вот и начинается, сейчас будет замес. Я даже не знаю, куда мы придем, как это будет выглядеть, какая проблема у нас. Я понимаю, с матерью мы больше все не пересечемся. Ее история завершена для нас. Нам пофигу. Мы спустились таки. Ой, кошмар, здесь и змеи же, и пауки стрёмные, которые могут укусить, и подохнешь ты. И жарко, и у нас даже головы не прикрыты. Они же должны изнывать от жары. Что это за прекрасное местечко? Life is Strange 2, эпизод 5. Волки. Это что за такие крутые скульптуры? Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Oh, man. Sorry, I was gonna eat with Joanne. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. То есть, получается, мы сейчас сможем вместе с ним обсуждать всякую фигню. По рации. Excuse me, water boy. Did you remember to feed the crops? I never forget. But no way I could grow stuff like she can. Maybe in Mexico. Oh yeah. We can grow a lot of stuff there. Давай, бери рацию, я ж нажал. We could put red food coloring in the water and turn this into a blood tank. Yeah, but then everybody would freak out. Plus, you can't do food coloring out here. Погодите, нет! Мы, это лагерь, где вот мама тусит. То есть мы все-таки, она нас не оставила. Мы с ней вместе. Ага. Я понял. Karen did help us a lot since she found me and Daniel. Better late than never. В смысле, я понял это, как только мы вот пришли в этот трейлер-парк. Я просто комментарий решил сейчас дать об этом. Чтобы вы не думали, что я тугодум какой-то. Karen doesn't even like to leave this place just to go shopping. Все, он уже... Шон ее простил, так, групповое фото. Looks like they all finally found their home. Еще фото. Karen looks so young and fragile on this picture. Мэгги и Кэрон, лето 11, Киссими, Киссими или Киссими, Флорида, я не знаю, как правильно говорить. Темпи-дем-пим-пим-пим, наша кровать. So good to have a home. Again. And a real bed. Gotta keep my eye lube handy. Ах да, точно. Glad I don't need it as much. Лифчик? She changed my diapers, but it feels kind of awkward to be here. I wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. Во-во-во, гремучие змеи, это вообще стрём. Так, кассета? Dad was an absolute fan of this movie. Это Чупакабра!
Из космоса? Это есть такой фильм? Вкладки Кэрон, вкладки Шон. Давайте вкладки Кэрон посмотрим сначала. Had no clue there was a network of seed pirates. Karen's пиратские семена. Спасители местных сортов Юго-Востока. Спецпредложение от Эридлендс. Амарант, Нью-Мексико, бобы, тролля, описание, опыление, пси... Окей, хорошо, дальше. Karen takes on some small от Аклейм. Кэрен, привет. Спасибо. Must be better than poetry. Спасибо за очередную колонку полезных советов. Она собрала много отзывов и просмотров. Я знаю, что ты не хочешь светиться в соцсетях, но твои мысли могли бы привлечь к нам много читателей. С нетерпением жду твои новые заметки. Не забудь отправить счет-фактуру за май и июнь. Всего наилучшего. Ариана Клайн, старший директор Desert Life Weekly. Все, вкладки посмотрели, а теперь вкладки Шона. Brody is so good at describing painful situations. And seeing the good into it. Племя по имени Запад. Вы можете вернуться домой. Броуди Холлоуэй. 1 мая 17 года. Salt Lake City, Юта. В предпоследний раз, когда мы виделись с матерью, я сказал ей, что она отцепилась от меня. Чтобы она отцепилась от меня нафиг. Что мне надоела вся долбанная семейка. Моей настоящей семьей стали незнакомые люди, с которыми я встретился и подружился за время странствий, а не родня, превратившаяся в сборище чужаков. Мне одинаково близки все, с кем я познакомился по сети, и путники, которых мне предстояло встретить в дороге. Вы бы сейчас читали мои рассказы о них, если бы не... Когда я увидел мать в следующий раз, она доживала последние дни в нашем доме в Юте. Ее тело было легким и хрупким, словно паутинка. Она держала меня за руку и просила прощения за все, из-за чего мы с ней не общались почти всю мою сознательную жизнь. Моя мать умирала от рака, и она просила прощения. Я плакал, она плакала, мой брат плакал, все плакали. Все годы семейной розни обратились в пыль. Раз и нету. Звук щелчка пальцев. Моя злость ушла. Я даже не думал, что от нее так легко избавиться. Или так трудно. Но прошлое при этом никуда не делось. Ровно как и доля моей вины. Мой брат говорил, что я липовый либерал. Пока я пытался спасти планету, он был вынужден ухаживать за матерью и вести дела семьи. Возможно, он был прав. Но я ответил ему, что у него на все это были деньги. Ё-моё! Если бы я отвечал за финансы, я бы раздал все семейные богатства, и мы бы жили без гроша в общаге. Мой брат это знает. Семья такая странная штука, мать ее. Общество велит нам любить родителей, сестер и братьев только из-за кровных уз и случайности. Но что, если вы ненавидите друг друга? Что, если вы связаны только случайным сочетанием ДНК? Что, если... Это хороший вопрос. В то же время... Не знаю, это деструктивная мысль, на самом деле. Надо... Знаете, прелесть настоящих, хороших межличностных отношений и настоящих добрых поступков в том, что они тогда хороши, на мой взгляд, когда это осознанный выбор. То есть ты можешь не любить человека, ты можешь испытывать к чему-то негативное чувство, но именно попытавшись найти, как... В общем, точки соприкосновения, попытавшись именно найти что-то, чтобы понять другого человека и сделать это именно осознанный выбор. Вот что делает для меня ценными вот такие вот отношения. То есть, когда ты именно сам, несмотря на то, что ты можешь просто взять, плюнуть на все и сказать, пошло на все в жопу, и вроде как там даже иногда может тебе кто-то посоветовать, что это хорошо, психоз сказать, что брось все, там, не думай ни о чем, ты ответственен только перед самим собой, но вот по мне важно делать, важно заставлять себя делать выбор в сторону, так сказать, укрепления уз, укрепления... общество вокруг тебя. Стараться, по крайней мере, насколько это вообще возможно. Я знаю, это очень сложно. Но именно... Я знаю, что мы сейчас процветаем, и у меня есть возможность записывать для вас видосы, у вас есть возможность смотреть, находясь в теплом доме. Это именно благодаря таким людям, которые, несмотря ни на что, сказали, сделали выбор сами для себя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому убивайте внутри себя этого такого, знаете, подростка, который забил на все и хочет бунтарствовать и только.
и жить только своей жизнью. Убивайте его как можно скорее, тогда вы станете взрослым, полноценным человеком. Вот. Не то чтобы я таким стал, я такой же урод, как и был всегда, и борюсь с собой как могу. Но если абстрагироваться и мыслить на холодную голову, так сказать, то вот такие вот прикольные мысли приходят в голову. Вот, не подумайте, что я такой правильный человек. Нет, я еще то дерьмо. Последние часы мы с братом держали маму за руки, провожая ее в мир, который, я надеюсь, окажется лучше, чем тот, который она покинула. После ее смерти я нашел стопку моих старых очерков и историй, только они мне в школе удавались. Я не знал, что она их хранила. Не знал, что ей было не наплевать. Мы с ней не понимали друг друга, но она, по-видимому, хотя бы чуточку гордилась тем, что я избрал свой путь и решил творить добро. Матери умеет заставить тебя рыдать в три ручья. Слезы жгли мои глаза в первый раз за долгое время. Приятное чувство. В итоге я вернулся в дом, который когда-то поклялся покинуть навеки. Я уже не ощущаю себя здесь совсем чужим, хотя это все еще так. Я люблю повторять, что быть в одиночестве и быть одиноким – две больших разницы. Теперь я слежу за семейным наследством, и у меня больше обязанностей, чем мне хотелось бы. Но я принимаю все это как карму, судьбу или дхарму высшего сословия. Не хочу пугать, но мне, возможно, придется на какое-то время забыть о своей кочевой жизни, чтобы разобраться, кому и как я могу помочь. Ведь теперь у меня гораздо больше ресурсов. Уверен, мой брат одобрит это решение. Сарказм. Если мы с ним продолжим общаться после того памятного разговора. Да, это не счастливый финал, но он, возможно, вселяет надежду. К слову о надежде, если учесть, в каком плачевном состоянии сейчас пребывает наше несчастное государство, я подумал, что мне пора выйти за привычные рамки. Публиковать заметки о незнакомых мне странах и людях, о местах, где я их смогу найти новые истории. Например, о Канаде. Или Мексике. Или это путешествие не закончится никогда. Yeah, I ghosted her. Лайла Парк. So glad to see Lila's back. Надеюсь, никто не в обиде за то, что я тут давно не появлялась. Мозг хотел отдохнуть. Да, со мной такое тоже бывает. Люди так боятся обсуждать свое психическое здоровье. Просто общайтесь и помогайте друг другу. Нравится 43 человекам. Лайла Парк. Спасибо за цветы. Растрогали меня до слез, сволочи. Лайла вернулась. Адам Барнс, держись, заскочу в гости. Лайла Парк, буду ждать. Эллори. Эй, алло, чувак. Адам. Понял. Готовься. Вентилятор, нам нечего сказать. Опа, сожрать! One thing Claire and Karen have in common. Нет, там же сироп стоит. Ты нелюдь. Шон, ты нелюдь. Без сиропа блинчик жрать. Это как картошка без сиропчика. А это острый соус. Да все, окей. Ладно, посмотреть свечки для торта. Кровать Кэрен. Смотрите, она спит на диванчике. Прикольно. Взять USB-флешку? А для чего? Она где? 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 Я не вижу ее здесь. Это фляг. Я не вижу USB-флешка. Где моя USB? Ее нету. Ладно, вернуть Артуру телескоп, проведать Дэниела. Ладно, пойдемте. А телескоп-то у меня? Да, телескоп у меня. Да и флешка у меня, но я просто не увидел. Артур. Артур, ты где? Артур и Стэнли probably want their telescope back. Очень крутая скульптура. We helped Joanne set up this giant vacuum with binoculars, as David calls it. Это похоже, знаете, на Уолли, Валли, точнее, такого, только мутировавшего. А это мега-петух. Love the energy out here. With everyone building stuff as they please. I mean, it looks glorious, but does it help you or anything? I don't know. It kind of helps me focus. Get a better grip. Do you... feel it? Like in your hand? Yeah. It tickles in my fingers. Almost like pins and needles. That's so weird. I love it.
Thanks. Looking at this place, I see that Karen really wanted to get away from it all. What's up, Joanne? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel. Забавно, мы же ничего не скрываем. Got it. That child is something special. Yeah. I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. I bet you have your own talent, Sean. I'm dead serious. Калякуй понемножку. I don't know. It's just doodles and shit. No big deal. Doodles and shit. I thought my sculptures were shit, too. Compared to all the dope stuff that was being done. But every artist is fucking unique, Sean. We all got something to bring to the world. Скульптор, как вы здесь оказались? So why are you all the way out here now? Easy. I started selling my work for good money. And as soon as I did, everyone turned into smiling sharks. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy. But in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input. Okay? Ладно. Okay. Мы будем скульптуру помогать делать. Sure. Why not? Ah, there you go. Now, go stand over there. Да, yeah, надо не отказываться. Всегда говори «да» новому опыту. Yes. Вот подходит тебе мужик в пальто и спрашивает: «Хочешь взглянуть, что под пальтом?» Ты смотришь на него, у него такие усы, очки, шляпа. И по ногам видно, что он без штанов. Говори «да». I've made a model of what I have in mind here, but go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together. Мы сейчас сможем сами построить? Hell yeah. Let's do this. Ой, блин. Ой, блин, блин, блин. Так, вон миниатюрная модель. Погодите, но у тебя что-то похожее есть. Ты повторяешь себя. Ладно, давай. Окей, нам нужно взять... Это туловище. Это металлическая рука. Металлическая голова. Ну понятно, ладно, хорошо. Вот это. Maybe that's supposed to represent the earth. Okay, Daniel. Can you slam dunk the earth ball onto the base? Watch this layup. Я же говорю, мы можем просто сесть внутрь этой штуки. И перелететь через Мексику. И все, и конец игры. Хэппи-энд. Блин, почему они не сделали такую возможность? Я бы полетал так. Блин, я так хочу такие суперспособности. Хорошо, что дальше у нас идет? Ну да, получается, руки. Now, let's throw on that spider. Мы правильно сделали? Да вроде да. Now let's move Mr. Pancake's head onto the pedestal. There he goes. Получается, все вот эти модельки собрал Дэниел. Это мое. Это я сделал. Что скажешь? Feel like we're almost done. Well, I think this is it. Looks good to me. Only if the muse approves. Not what I had in mind, but it's still cool. You did a great job, Inanna. Well, Sean, Daniel, мне своё видение, понимаете? In your family DNA. There's no escape. I think we're done for the day. Thank you so much for your help. Okay.
That was fun. Окей, теперь нам нужно вернуть телескоп. Joanna's so chill about her art. That's what makes her talented. Что за рисунок на песке? Пасхалка? I wish Daniel wasn't the only kid in town. Yeah, I've read about it. It's a... Где дом? Как там его зовут? Его... Артур. Morning, Sean. Morning, guys. Здоров, ребят. Hey, what's up? Morning, Sean. Join us. Have a seat. Hey, just in time for our special desert brew. And dust free. Thanks. So much. Sean, ой, it's too early to be so awake. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it too. That's my favorite view out here. It's like ancient times, but it never gets old. Unlike us, darling. That canyon will be here long after we're gone. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime. Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us. That's the only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. Wonder where she got this. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Нам скоро уезжать. Она часто приезжает? Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But you know, well, some parts of the year, this place is full of friends and family. Christmas, for example. Зачем вы сюда приехали? So, why did you come out here? Because we got tired of people's bullshit. Things change. But being gay is still dangerous. The end. Sean, I'm almost 60, and I was a happily married man for 20 years until I came out. I don't blame my family for being in shock, but I didn't think they'd disown me. My other daughters won't even talk to me anymore. So why stay? After we got together, we both had serious breakdowns. Then we got the hell out of the Bay Area. For the better. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own... away. You will. People come here to reset their life. Become the person they wanna be. Or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59, but I'm 25. Uh-huh. I'll remember that on the next hike. I'm gonna hang around before it gets too hot. Thanks for the desert brew. Hey, Sean. What were you doing at Arthur and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. You know what? I saw them kissing the other day. Kinda weird. Мне прям... Ты за мной следил? What the fuck? You are a stalker. Knock it off. What? Just because I noticed things doesn't mean I'm a stalker. Следующая наша цель – это дождаться возвращения Кэрен. Ждем. Это, наверное, нужно делать в трейлере. Задолбался. Ладно. 10-4. Okay. You're on it, Nano. If I can find you in a forest, I can find anything. Yes. Thanks, Sean. Listen carefully. You must find the two items that will reveal where the treasure is. Aww. Deal. Это долгий квест. So for the first item is near the place with many wings that cannot fly. That's it. That's your clue? You can do it.
big brother. I hope. And don't bother checking Mom's trailer. It's outside! Так, зажмите LB, А, плюс обратитесь к Дэниелу за новыми подсказками. Хорошо. Так, повторить подсказку еще раз. Can you give me that last hint? Are you serious? The item is under the building that will blow you down. Getting warm. Хорошо, я понял. Так. Итак, подсказка. Ahoy, matey. I found a map of a way. Yeah. Don't lose it because you'll need it to match up with the other part. Got it. Now, for the second item, you'll need okay, to find something that eats the sun. Uh-huh. Sure. Getting closer. Ест солнце? You're in the middle zone. Я тут? Dude, you're a snowman. Ой, простите. А что жрет солнце? Погодите, жрет солнце. Ест солнце. Ест... Я не могу понять, что ест солнце, честно. О, посмотрите. Hey. Your Captain Spirit drawing was awesome. Thanks. Wish I could show it to Chris. Do you think he can visit us down in Puerto Lobos? Почему бы и нет? Yep. Let's make it happen. Yeah. Instead of snowmen, we can make sandcastles. You're lost, Sean. Простите? Getting closer. А что ест солнце? You're warming up. Солнечные панели. It burns. It burns. Оу, хорошо, мельница, я понял, там, где свалка машин, оно там. Found it, nice. And it's a tracing paper sheet with a red cross. Yeah, now match up the other paper, and the treasure is yours, Captain Diaz. Ahoy, matey, I think I have the whole treasure map. Captain, now you just gotta dig your way to the treasure. Hope you know where to go. That's a cool-ass map you drew, dude. Thanks. Chris told me everything about treasure hunting. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. It's close, Sean. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да, где-то вот тут, да? Вот тут, а? Сокровище, хе-хей. Что это? Ooh, looks like something's buried here. Yes, I think I have found the hidden treasure. Yeah, I knew you could do it. I found this under an old trailer. It looks like gold, right? I'm not a prospector, but it looks like the real deal. Time it is. Victory! Dance time! Come on! Dance!
You asked for it. Это какой-нибудь танец из Fortnite? Нет, я не шарю. Если что. Найди новый сувенир. А, окей. Пойдемте ждать Кэрон. Gotcha. We'll help her out with the groceries. Ждем здесь или что? Куда? Как ждать? Karen has been camping in her own house since we arrived. Бейджик? Either Karen was desperate for a job, or she loved working with kids. Окей, это какой-то парк, видимо. А, резорт, это... центр, отель, типа, как стихотворение. She's really good at rewriting her own life. Я лента Мёбиуса, я достигаю конца, и тотчас возвращаюсь в начало. Я привыкаю к новым лицам, пользуюсь правом сбежать и пишу черновик с нуля. Богиня смеется над планами и показывает мне страницу, на которой давно нет пометок. Здесь, в пустыне призраков, семена вернулись, став побегами, чтобы явить свою силу и молодость. А, я хреново читаю стихи, это даже не в рифму ни хрена. Теперь я возвращаюсь вперед, объятая и страхом, надеждой, и чтобы полить водой детей солнца. Прекрасно, прекрасно. Получи целую кучу всяких стихов, получается. Вон она! Ты опоздала. Она не одна. I'll let him know we're back. Gotta empty that truck. I could get used to that sooner. Да я здесь вообще-то. Hey. Good morning. Howdy, Sean. Hey, what's up? How was the town trip? Hate these trips. People look at us as if we're aliens. Here come the sand people. The deserters have returned with offerings from Das Kapital. Jolie! Oh, I missed you. Next time, you're coming with us. We'll see. Looking good. What's your secret? Defying death on a daily basis. And hydrating. Oh, right. You can't forget your goodies. Hey, thanks, Angel. Here. You're the man, Karen. Catch you later. Вот вроде бы ты сваливаешь от жизни, которая, вот ты говоришь, отстой, общество и так далее. В то же время ты просто делаешь то же самое, только в другом, блин, месте, в более мерзком. И тоже за покупками, и все, потрясно. It was amazing. So many stars. So quiet. Какой-то обман, самообман такой ощущение. Stargazer. Glad you got to see that. Hi, Mom. How was the town? Town life always sucks. But we got something for you. Think fast. Whoa, yes! Thanks, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Me and Dad always used to play. But I'm way better now. Ну даже уже не кидает, он просто... No matter what he's been through, he just wants to be a kid. And play. Yep, Daniel hasn't been like this in forever. You've all been a good influence on him. About time you boys went camping. Hope Daniel didn't get scared by all the critters. Yeah, not anymore. He's seen a lot worse. And that made him tougher. And he can defend himself. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. You boys have been here over a month. And I still can't get over Daniel's... skills. Вас это пугает? Does that kind of scare you? Me? Goddamn right it does. Never met someone with a superpower before. I try to be a good influence. Not always easy, but he listens to me. I don't know if I did right. Guess you never really know. Видишь, он слушает меня. Видишь, listen, почему у меня, по-твоему, нет глаз? Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Combat was easier. Нет. А вы женаты? Много детей? Oh, you didn't tell me you had kids. How many? None.
I was a stepdad. Or, in her case, a step douche. I'm divorced now. But I never had the chance to do the right thing for my stepdaughter before she died. We were like oil and water, and she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. Anyway, you can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Arthur's gonna freak. Catch you later, Sean. Это же этот хрен! Okay, time out. Этот человек. I'm gonna melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. We're not done out here yet. Let's get this food inside before it melts. No problem. Это же отчим Хлои. Охренеть. Он разжирел и приехал сюда. Вот как его история заканчивается. Joanne is so cool. Stanley is so cool. Он бросил свою жену, которую так любил. Вроде как. И ехал сюда жить с отбросами? Чё-то я вообще не понимаю, что со всеми из ними происходит. Чё за урод? А ты сначала подумал, step douche. Вот это вот звание такое. Так, стоп, это так Хлоя называла своего отчима, этого Дэвида усатого. И такой, смотри, так это же, блин, он. Охренеть. Охренеть. Окей. That's smart that everybody takes turns shopping. Окей, я понял, все что-то покупают. Задание. Нет заданий. Мама. Задание надо бы. I have to admit, I do miss that Pacific Northwest weather sometimes. Yeah, I bet. You've been here over a month now. What do you think of our little oasis? Далековато от мира, наверное. It's a bit remote for me. I mean, we're just so far away from civilization. Civilization is only what you make it, right? That's why people come here from all over the country. For their own reasons. Not perfect, but it works. Вы как изгои. Hope it's worth it. It's not easy to live as outcasts. Off the grid? Clearly not. We ought to be almost self-sufficient. And it's a very lonely life. It's cool you found your safe space. I guess. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart from it. Я бы не смог тут жить. Я бы не смог. Я отвечаю за себя. Фактически я это Шон. Feels disconnected. Maybe I'm too young. Oh, I understand. It's not a starting point. It's more a place to sit back and let go. Вот месяцок, может быть, ну или пару недель, я бы тут потусил. Oh, Sean. I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your brother so we can all talk? Is everything okay? Yeah, I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Она хочет сказать нам, вам пора ехать, ребят. Пока. Big brother to Super Wolf. We need you at Karen's trailer. Copy? Sure. I mean, 10-4.
Не понимаю, почему говорят 10-4. 10-4. Hola. Hola, compadre. How about a trek around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. Ну что, он не дурак, он что-то заподозрил, да? Что-то не так. Нас попросят удалиться, и мне вот почему-то так кажется. Она сейчас вывезет на пикапе куда-нибудь в пустыне, и когда эти как собак бросают в лесах и уедет. Как можно быть таким человеком? Я не понимаю, как можно взять своего питомца и просто бросить его? Вывести его в лес, хладнокровно бросить? Я не понимаю, как можно быть таким? I'm beat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Реально сейчас скинет просто. Come on, Daniel. Give me your hand. Slow down, Mom. You walk too fast. More walk, less talk. Daniel passed me up. Guys, check this out. Now this is nature's art. It's so big and pretty. And so quiet. Except for the birds of prey. Shh. Listen. Serious? If we're lucky, yeah. I hear a wolf. Better be careful of hunters out here. The Wolf Brothers can't be trapped. You'd help us. Что сейчас случится? Что? You must hide all the time, Mom. There's not a lot to do, but it's enough for me. Good thing Joanne likes to come with me. Oh, I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the journey. We usually find a good pace. Usually. Joanne is like Sean. They make art, so they stop to look at stuff. You're way more like me. Fast. Yeah, I am like you, Daniel. So let's hurry up. Почему они не спросят, куда ты нас ведешь? Что ты задумала? Отсюда нет пути назад, только назад. И зачем она нас сюда привела, я не понимаю. Она хочет с нами поговорить в красивом месте. Она усыпляет нашу бдительность. Я не доверяю, не доверяю. I love to come here to get away from... away. I bet. It's the best spot. Let's sit down. So, hey... I do appreciate that you guys stuck around this long. Thank you. Ты правда помогла нам. You actually helped us. You gave us a place to recharge and lay low. No kidding. I was so beat down after Haven Point. I know. Давай, давай. This is the best place to take some time for yourself. You don't get that chance very often in life. Just know I love both of you so much. And I'm proud of who you are. And where you're going. Ну... Поехали с нами, я не буду говорить. Я понимаю, к чему все идет. Я бы не стал так унижаться. Очевидно, что нет. Все, думаешь, мы справимся? Да, я понял. Спасибо, что помогла. Окей, ты делаешь выбор.
Do you think we'll make it to Mexico? You made it this far. Going through hell. I hope so, Sean. You both deserve it. But I have to be upfront with both of you. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. And they'll find us. Well, figures. This couldn't last forever. So, this is it? See you, Nana. We'll leave tomorrow. Can you hand me that bag, Sean? That's why I brought you back here. I made these for the 4th of July, but this is better. Oh! I love those things! Прикольно. Whoa, awesome. Cool. Let's light up the sky. Ладно, я думаю, нет смысла там как-то язвить и сердиться на нее. Уже, в принципе, изначально был понятен расклад. Помогать нам добраться до Мексики они не будут никак. Хотя, мне кажется, они могли бы. Особенно вот люди, которые живут в этом районе и вообще не относятся никак к нашему семейству, могли бы спокойно нас, мне кажется, куда-то подбросить, их бы не проверяли, потому что они вообще не в тему, их даже никто не ищет, ни этого Дэвида, ни этих двух мужчин, которые вместе. То есть, ну, как, короче, понятно, расклад понятен, все красиво. Спасибо, фонарики молчу. Знаете, как... Это хорошие, на самом деле, интересные сцены в игре. Поскольку ты понимаешь всю трагичность, весь отстой, не знаю, самый отстойный отстой ситуации. И ты учишься ее принимать, как есть. Такова реальность. Ваша мать не хочет быть с вами. Она помогла вам из чувства вины, чтобы хоть как-то вот внутри себя примириться с собой, наверное, немножко, и отпустить этот момент. И все, она не хочет быть с вами. Просто принять это надо и идти дальше. Это очень грустно звучит, но именно так ты исцеляешь, на самом деле, когда ты просто примиряешься со всем дерьмом, что есть внутри тебя. Да, это даже мне кажется, по крайней мере, на мне это работает. Я вот замечаю, что особенно последний год, когда в моей жизни драматические, бесивные перемены происходят, различные неприятности и так далее, они все высасывают меня целиком и полностью, но пока я пытаюсь их, знаете, сдерживать, бороться с ними и так далее, я чувствую себя еще хуже. Но когда я дам себе пару, несколько дней, неделю, просто с мыслями, да, я такое дерьмо, да, вот мне прям плохо, да. Мне становится легче, когда я могу это принять, что да, или, допустим, я не доволен самим собой. No. So that's we have to leave again. I think I'm kind of scared. Oh, honey. То есть нам тогда, мне кажется, плохо, когда ты именно... Ты, допустим, ты знаешь, ты видишь в себе изъян, и ты пытаешься его отрицать, скрыть его, вместо того, чтобы признать его. Да, я вот такой, я там, не знаю, плохо делаю это, плохо делаю то, я тупой, недостаточно образованный, я трус, я, не знаю, не умею говорить нет людям, еще вот любые изъяны, которые ты можешь себе, случайно себе нашел, вот когда ты их
пытаешься скрыть под чем-то, под маской улыбчивого человека или под иллюзией, что ты такой весь крутой силач, или ты очень остроумный, или еще что-то, тебе легко этот комплекс вот так вскрыть, и ты будешь чувствовать себя не до конца уверенным все время. Вместо того, чтобы ты признаешь это, да, я вот такой, да, я жижа, да, я ничто, я урод мерзкий. Вот, и попробовать примириться с этим. Опять же, это не для всех, наверное, работает, для меня это работает, по крайней мере. Дать какое-то время себе сгореть дотла. Вот моя методика, наверное, так можно сказать. И потом вот после этого почему-то всегда получается воспрять духом вновь. Окей, что будешь делать? Далеко до границы? Вроде Шон аж дрожит, не знаю, мне так жалко его. How far is the border? Not that far. Maybe a 5 or 6 hours drive. Ну это жесть, пешком не дойти. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too, for what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Fair trade. Mom, we'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. О, я беру свои слова обратно. Вот, видите, почему важно примиряться совсем. Стараться примириться, потому что вот так оборачивается ситуация. Да, она решила нам помочь, теперь я чувствую себя неловко. Окей, ты не обязан этого делать. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. Try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. А чему нас учил папа? I don't know. Dad didn't raise us this way. He was a rebel, but he wasn't a criminal. He didn't teach us to say fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I had to do shit my own way. Look, I only want you and Daniel to get what you deserve. Okay. This is the last roundup. Wait, let me say bye to Joanne. All right. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. Опа, сейчас будет больше отсылок к первой части Life is Strange, потому что мы будем болтать с Дэвидом. Опа, 130 баксов дали, отлично. На самом деле, деньги имели значение только в первых двух эпизодах, насколько я помню. Возможно, они будут иметь значение сейчас. Sean. Hey. Karen said you wanted to see me. Yeah, but go grab that police scanner inside first. Вообще не ожидал от Дэвида такого. Sure. Come on. I'll join you when I'm done. Взять полицейский сканер из фургона Дэвида. Где этот полицейский сканер? Сломан телевизор. Arthur said David could fix anything. He hopes. That's right. I never saw David even drink a beer. Горжусь тобой, братишка. Все выше и выше, Стив. Вообще не ожидал, что Дэвид будет таким вот, реально. Weird.
Didn't know David was so punk rock. Yeah, me and David won't be sharing any playlist. What's David doing with that? Creepy dude. Мне кажется, нужно еще один эпизод, точнее, сезон Life is Strange про Прескотта. Было бы круто посмотреть. Вообще, та вселенная, точнее, не вселенная, а вот тот первый сезон, получается, Life is Strange про Хлою и... как зовут главную героиню? Блин, я забыл. This place has too many adults. Я забыл, как главную героиню звали. Не Хлоя, а вторая... Макс, господи, Макс. Там так много персонажей было, что можно про всех снимать какие-то отдельные. Не снимать, а делать игры. Окей, письмо. I feel you, David. Дорогая Джойс. О, блин. Был рад получить твою открытку. Ты стала настоящей путешественницей. Жаль меня. Жаль, меня не было рядом, как в наш с тобой медовый месяц. Надеюсь, тебе удастся повидать мир и... как ты и хотела. Я хочу увидеть... Да, у нас теперь с тобой очень разные судьбы, но я хочу верить. Я надеюсь, что мы сможем поехать в... Все теперь изменилось, и надеюсь, однажды мы сможем просто выпить пивка и потащить лясы, как раньше. Скучаю по тебе. Это что, сканер использовать? Окей. How does this thing work? 144. Окей. Only gotta search between 140 and 160. What's up? Где это было? Да блин. Тихо. Так. Keep me posted. Wait, is this it? 136. Hey, Andy, pick up. Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You big rebel. Не могу вообще представить, что это Дэвид. Не могу принять это, если честно. Так, он был такой весь твердый, знаете, порядок, закон, все дела. Охрана, а сейчас он... Это очень забавно. Сейчас он полицейский сканер, чтобы подслушивать. Пересечь границ. В общем, забавно все это. Отшельником жить очень неожиданно. Your mom's car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right, this is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. Ой, это стрёмно. Но это последний рывок. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home.
I didn't know how to deal with emotions or other people. Вы о своей падчерице? Are you talking about your stepdaughter? Yeah. Some rich fucking kid shot her at school, where I was supposed to protect her. Me and her hated each other on sight. But once I lost her, everything became clear. How selfish and stupid I'd been. I should have listened to Chloe. Instead of being a bully. All of my fuck-ups are crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, but you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. Ой, это же... Стоп, это преподносится не как супер-мега важный выбор, но это такой, именно такой выбор и является таким супер важным. Я хочу начать с нуля, я сдамся копам. Честно, я не знаю, чтобы я... Как я поступил бы в этом... такой ситуации. Правда-то может быть и на нашей стороне, но... Она на нашей стороне только в одном моменте, который вообще не очевиден. И... Ой, блин. Который не очевиден ни для кого, кроме нас. То есть мы знаем, да, что мы никак не убивали полицейского, и что он застрелил нашего отца просто так. И этого ничего нет на камере, получается, нет свидетелей. И не знаю. Сейчас в лице закона мы нарушили целую кучу правил и законов. И нас тупо посадят. Ну, по крайней мере, Шона точно. И ничего ты не сделаешь. Я вообще не знаю. Я вообще не знаю, как лучше поступить. С другой стороны, начать с нуля. Можно поехать реально в Мексику, если добраться. Там можно начать новую жизнь. Но опять же, вечно не получится утаивать способности Дэниела. Рано или поздно он их все равно спалит. И я не знаю, все равно его сдадут на опыт, наверное. Будут выращивать. Возьмут его ДНК и будут выращивать целую армию суперлюдей. Не знаю, как-то так будет, скорее всего. Я же не знаю, что тут можно сделать. Я хочу начать с нуля, окей. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. Как бы вы поступили, друзья? Я need it here. Вообще реально здесь растерян. So, I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Не общается по телефону, получается, все равно. Yeah. Что ж, у нас есть сесть в машину, уехать из города. Чё говорит? I'm good. Finally done setting up the solar panels. Don't worry.
Mostly working when the sun's going down. You got that right. Now, how about you? Any news from the vet? Good. That's a relief. Hope I can see that little boy next time I swing by Santa Rosa. Я хочу послушать все, что он говорит. А вы что-нибудь интересное скажете еще? Just hope they won't let him out. Well, you know lawyers. Can't expect much from them. Это, я так понимаю, про Нейтана, sure. Да? Его же судят. Okay. Take care. Talk soon. Bye-bye. Сейчас он будет просто сидеть, да? It would be weird to be back on the road with Daniel after all this time in a community. Так проводит Дэвид свои свободные минуты. Моя анимация завершена. Ладушки, ладушки, ладушки. О боже мой. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. Так, машина выдержит. Я не увлекался. Машина выдержит. So, do you think your truck will make it all the way to the border? Oh, it will. It's never failed me before. How long have you been driving for? Not long enough. Dad taught me, but I always had other plans. We didn't go cruising too much. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Он мыслил старомодно. Он хотел, чтобы я нашел свой путь. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. А вы ездили в Мексику? А вот бы он был с нами. Wish he was here with us. It's bullshit that we get to see Puerto Lobos, but he doesn't. I know. But Esteban is still with you. And he always wanted you and Daniel to see where he came from. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running, of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. Не знаю, справлюсь ли я. I'm scared shitless. I'm not even sure I can do this. Or if we can start a new life. But I'm the only one that can take him to safety. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Наверное, ты права. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Better get back to my tune-up. All right. I'll make one last round before leaving. Окей, получается, мы... Так, что мы должны делать? Сесть в машину и ехать из города. А, получается, все, да? Получается... Не, давайте поболтаем, наверное, со всеми. Да, я думаю, надо узнать, что другие скажут. Sean. Hey guys. Йоу, ребят.
А мы тут сваливать собираемся. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Слишком опасно для всех. But it's too risky, especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean. They want my ass. I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? Постараемся. We'll try. I'm glad this place will be our last U.S. memory. You and your little brother will always have friends here. And a home. Okay. I'm done babbling. I just hate goodbyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We're gonna make it work. Shit. I'm gonna miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Окей. И последнее. Вот. А там кто, интересно, живет? Пофигу. Мы их не знаем. Они нам не друзья. А вот эта женщина, я забыл, как ее зовут. Не насморк. Hey, what's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Выглядит очень круто. Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh, good. That makes one of us. But I like it. Of course, you and Daniel, you did inspire me. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Yeah, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay, one big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey, is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't Ты побудешь с ней ровно 10 секунд, потому что все. Я бегу в машину. I'll miss you so much. Пора отправляться в путь. О, боже мой, о, боже мой. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Yeah. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to, Inanna. Come here. Mom, I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Well, Sean, this is it.
Да, да, обнять, я не знаю. Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. У меня геймпад дрожит. Ну, они специально сделали, чтобы он дрожал, да? Let's hit the road. Плохой план. Мне кажется, надо было Дэвида за руль посадить, а их просто кинуть туда вниз, в багажник, не знаю. Bye, everybody! Чтоб они... Просто видно же, что какие-то мальчики ведут машину, я не знаю. Это все провально. Звучит провально. Отличное место, чтобы сделать паузу. Мы продолжим очень скоро. Я запишу оставшийся эпизод прямо сейчас, и вы увидите его либо этим же днем, либо на следующий день. Ну, короче, в ближайшее время. Как только у меня получится залить, так тут же вы его увидите. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я в предвкушении концовки. Я очень нервничаю, если честно. Мне хочется, чтобы все закончилось хорошо, но я уверен, что игра поставит меня перед целой кучей неприятных моментов, где мне придется делать выбор, в котором я буду абсолютно не уверен, отчего мне будет еще более неприятно. Будем ждать этот накал страстей. Он будет очень скоро. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, если вам понравилось. Пишите ваши мысли по поводу моих мыслей, которые я изрыгал из себя во время этого прохождения. Мне интересно послушать. Я затронул несколько очень таких чувствительных тем, на мой взгляд. И мне интересно, что вы о них думаете, как дополните, может быть, и как-то поправите меня. Я бы очень этого хотел, потому что я вбрасываю какие-то свои мнения, потому что я хочу, чтобы мое мнение корректировали и высказывали свою точку зрения, и я бы мог корректировать свое мнение также, если я увижу какие-то действительно умные мысли, или стоящие мысли, или мысли, о которых я не думал. Короче, огромное всем спасибо, друзья. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И всем, конечно же, мощный пятюн. Вы готовы? Раз, два, три и шипак!